Всем огромный привет! Давайте с вами полистаем каталог 3 компании Avon. Большой формат каталога, всегда 3 каталог в компании Avon, такой объемный, красивый и яркий. В нем пахнет уже весной. Предлагается вот этот новый аромат Viva La Vita. Мне пришел пробник, я в заказе показывала. В этом пробнике очень ярко звучит все-таки сочное яблоко. И потом раскрываются мимозы и сандалом. Да, вот у меня вначале прямо ярко услышала я яблоко. Сейчас цветочный аромат чувствуется. Наверное, это вот мимоза. Приятный аромат. Это вот чисто летний, свежий. Вот росинки, цветы, зеленое яблоко. Как-то так. Будет хорошее предложение на продажу этих парфюмов для представителей в фокусе. Ну, позднее об этом поговорим. Я буду листать быстро. 749 рублей, кстати, он для клиентов. Вот здесь хорошее. Я буду листать быстро, потому что у меня камера быстро разряжаться почему-то стала. Очень красивая вот эта страница. Новинки такие цветочные, тут шарф, большая сумка, маленькая сумка и кошелек. И видно, что если вы в каталоге купите на 450 рублей, то все цены идут уже под звездочкой. Можно купить все значительно дешевле. Шарф за 300, женская сумка маленькая 700, кошелек 500 и 1000 большая сумка. Минус еще скидка представителя, ну, мне кажется, замечательно. Например, шарф и взять кошелек или шарф и сумку будет очень красиво. Можно себе любимой сделать такой подарок. Любой набор 470 рублей. Либо с пурбланкой, лимитированная версия, либо мужской. Ну, условия, опять же, если купите на 450 рублей по каталогу. Today. Да. В красивом оформлении, просто весеннем. Тут наборы открыток. Новым представителям, кто станет, могут выбрать либо новый аромат La Vita женский, либо Ом мужской. С магнолией в праздничном дизайне. Флаконы тоже представляются. Набор 959. Это... Он называется-то, я уже забыла. Attraction. Вот такой набор он идет в коробочке. Черное платье предлагаю тоже набором взять. Не знаю. Идея красивой упаковки. Это правда? Аромат и музыка. Что может быть лучше? Создай... Я не знаю, это вот правда будет такая упаковка или я путаю. Ну, позднее можно будет разобраться. Может быть, это просто так оформили. Я листаю, как всегда, с вами первый раз, поэтому для меня это все новинки тоже. Набор 950 рублей, серии люкс, тоже лимитированная версия, все в таких цветочках. Набор 479 рублей. В набор входят 3 пудры и кисть. Или пудра и кисть. Да, кисть и пудра. И вы выбираете любой набор. Вот так. Помада и карандаш. Тоже идут в наборе. Можно выбрать себе оттенок карандаша и любую помаду. Здесь набор блеск для губ и тушь для ресниц черная. 319 рублей. Снова набор идет. Любая тушь на выбор. И средство для снятия макияжа с глаз. 299. Да,
набор 3 средства для волос 459 рублей. Ух ты, миндаль и ландыш. Вот такая новинка будет замечательная. Ландыши я люблю. Ну, вот непонятный, конечно, аромат. Ландыш почти не чувствую, а вот миндаль ярко звучит. 219 рублей, ну, можно взять такой набор. Входит лосьон-спрей для тела, гель для душа и лосьон для тела. Вот такие три средства. Эйвен услышал, что я все про ландыш кричала в прошлом году. Снова набор 299 рублей от Планеты Спа. Маска для волос входит. Маска, гель для кожи вокруг глаз и ночной увлажняющий гель для лица. Набор кистей в чехле, вот такая новинка, 1500 стоит. И то это по специальному предложению. Любой оттенок губной помады за 280 рублей, если выполните вот тут конкретные условия. Так, тут можно купон получить. Сделать заказ в этом каталоге на 1300, получить купон на 700 и потратить его в каталоге 4 или в приложении «Стиль жизни». Так, купон дает скидку 700 рублей при покупке ароматов Avon Luxe, роскошных наборов люкс, Planet Spa, Edwin Technics, а также брюк из новой коллекции. Ну, вот такой вот. Ну, вы сами увидите уже позднее эти предложения. Life. Серии люкс тут водички. Тут я побыстрее пролистаю. Ароматы. Кстати, кто спрашивал у меня, In Bloom аромат будет в распродаже. И Together тоже будет в распродаже аромат. Поэтому не пропустите, к третьему каталогу они будут. Их снова распродают. Так, тут все видно. Мне кажется, видно. Лак мужской и женский 960 рублей. Любой набор 350 рублей. 30 миллилитров и 10 миллилитров водички. И только у Примы идет водичка 30 миллилитров и лосьон для тела. Вот такое предложение. Персиф, Инкадессенс, Фэм и Прима. Прима и Череш идут в наборах. Можно взять набор. Два аромата выгодно за 1200. Аромат за 400 рублей. Любой. Вот новиночка есть. Новинка цветочно-фруктовый аромат. Цветущая вишня, розовая гортензия и сладкая ваниль. 50 миллилитров. Вот такая интересная новинка. Ну, девочки, по-моему, говорили, что это не новинка, а раньше он уже был. Но для тех, кто новенький в компании, для них новинка. 270 рублей. Summer White. Стандартная, ландышевая и вот душистая береза в рыжей. 350 рублей любой аромат. Парфюмированные воды. Парфюмерные воды. Примера люкс, лак и attraction. Такие предложения. Мужская водичка не так давно новенькой стала. Вот такие новинки мужские. Любой за 350 рублей. Лосьон после бритья. Три разных варианта. На основе парфюмерных вод. Ом. Мужская серия. Набор 850. А тут Full Speed. Тоже набором идет с косметичкой. Два тоже выгоднее за 1200. Два 730. Мужская страничка. Три выгоднее. Три за 300. Мужские гели для душа. Вот новинка недавняя.
Сейчас 500 миллилитров новинка. X-Series. Я комментирую, но тут все видно. 300 рублей любой. Набор тушь и карандаш 380 рублей. Тени. Вот такие яркие зеленые тени. Кремовые тени для век Мега Эффект. 189 рублей. Вот зеленые и, ой, простите, вот эти вот 4 оттенка. Супер шок в 3 цветах. Подводка. И глянцевая помада, карандаш для губ. Вот такой. Губная помада Ультра. Ну, в помадах выгодно было во втором каталоге. Там, если две берешь, еще и подарок дадут, и подешевле. Спрей основа фиксатор макияжа. Кстати, ее всегда я не вижу в упор. Вот сейчас разглядела. 239 рублей. Это помада Леди. 129. Тут такая стандартная страничка. Новинок не вижу. Выгодных цен особо тоже не вижу. Поэтому листаю быстро. Этот каталог очень толстый, кстати. Новинка, да, это нежный румянец и прозрачная пудра 399. То есть двое румян и прозрачная пудра. Румяна 300 и 400 пудра. Тональные основы. Люкс серия. Цепочка с подвеской всего 30 рублей, если купите любой товар. Вот они, цепочки с подвесками. И в товар входит сумка, платье, шарфик. Вот сумку я хотела взять по фокусу, но на нее так и не нашла себе средства, поэтому пока думаю. Но здесь уже она слишком дорогая, 1500. По фокусу она, конечно, была рублей 800. Выгоднее было со вторым каталогом ее брать. Тут уже идет блузочки. Да, тут платье, да, а тут уже блузка. В двух вариантах. Две сумки в разных вариантах. И также идет предложение с цепочками. Ух ты, какая красотища! Шкатулка для украшений вот такая, 900 рублей. А вот эта шкатулка для аксессуаров 700 рублей. Прямо шикарные. Шкатулки прям бесподобные. И вот есть еще украшения вот такие. 300 рублей и 500 рублей. А 500 рублей ваза. А 300 рублей подставка для украшений. Это вот эта птичка. А эти украшения... Ну, тут надо смотреть. Вот 470, 450 и 400 тоже 70. Вот есть брошка и вот такие цепочки и серьги. Ну, шикарное, конечно, предложение, очень красиво. Кстати, размеры, да? 11 на 18 на 15. 20, 12, 14. Такие. Подставка 10 сантиметров в округе. Но долго не буду, у меня камера садится, иначе... Придется две части разделять. Пижама 1300, если купите с определенных страниц. Тут все новинки. Такие боди. Очень красивые, кстати. Джеггинсы 1300 скорее. Так.
Ну, если что, на паузу поставить, если я слишком быстро. Вот этот USB я купила во втором каталоге, и мне кажется, дешевле он был гораздо, чем вот тут. Но я уже точнее не помню, какая цена, но дешевле. Вот здесь предлагаются футляры для очков, по-моему, на несколько вместимый объем. Тут-то по одной паре. А здесь несколько. В общем, вот эта косметичка идет 21-12-12, это 20-15-18. Вот такие. И обе по 400 рублей. Симпатичные, кстати. Прям понравились. Мне самой интересно. Не успела до вас полистать. Уже вместе листаем, поэтому ну, со мной глаза бегают со скоростью. Хочется и самой увидеть, и успеть что-то захватить взглядом, да вам успеть рассказать. И получается так. Какое-то шальное у меня такое брожение глазами по этим, по страницам. Так, Нью. Наборы от 380 рублей и выше. Вот такие наборы. Ну, в целом, обычно девочки смотрят цены и смотрят выгодные предложения и новинки, да? Вот. Смотрим дальше. А тут попробую сейчас, в общем, будет новинка. В фокусе я покажу поближе. Можно пробник сейчас взять, чтобы в следующий раз заказать. Нутроэффект. Два выгоднее 430. Два 460. Так, тут идут тоже опять наборы. Предлагаются разные. Здесь отдельные средства. Набор 380 рублей от планеты Спа. Цветы Таиланда. Ну, недорого за 380, если там то, что вам надо. В новой упаковке от планеты Спа. Аромат наслаждения. Я надеюсь, вам видно. Любая маска 119 рублей. Тоже тут собрано наборами. Тут тоже предлагаются наборы для рук, для рук с перчаточками и носочками для спа-процедур. Цены от 69. Кеа. Линейка. Если что-то интересно, спрашивайте. Иногда с обидой пишут, вот, и там пальцем закрыла. Я, девчонки, мало чего вижу. Я смотрю в крошечное-крошечное окошечко вместе с вами. Вы порой на большом экране, а я листаю через окошечко, поэтому мало чего сама вижу. Любая 209 сыворотка. Гладкость, сияние, восстановление и питание на любой вкус. Вот еще... Для блеска еще одна сыворотка здесь есть. Тоже наборами 329-349. Так, Edwin Technics. Отсвечивает, да? Немножко отсвечивает. Так, Tangle Teaser 899 рублей. Подарок для длинноволосой красавицы. В новом дизайне, такой блестящий серебряный.
Лагуна. Как много всего. Гели для душа. Любой 139. В больших объемах 500 мл. Так, пены для ванн. Меня просили лилию, а я не вижу. Девочка сказала, мне нужна лилия. А в этом месяце, в этом каталоге нет лилии. Так, интимные средства 129. Ух ты, какая красивая пена. Сладкая мечта. Тут набор шоколадный. Пена и гель для душа. А здесь пена в праздничной упаковке. Пион и гранат. Вот такая красивая. За 99 рублей. Вот такая красота. Нежный миндаль и ландыш. Крем для рук. Набор. И гель для душа Фантазия. Тут тоже набор 150 рублей. Бразильский коктейль. Летняя коллекция. Пропадал, да, сейчас. Смотрите, его тут опять мелькнул. Вот такие средства. Новинка. Инструмент для домашнего педикюра. 800 рублей. И тут предложение за 49. Можно еще глицериновый крем для ног. Если купите, наверное, педикюрный набор. Вот такие лавандовые средства. Набор. Спрей, маска и крем для ног. 270 рублей. А с этой стороны набор бальзам и скраб для ног. 189. Как красивый такой дизайн. Новый. Для девочек, для маленьких. Вот такие наборы. Naturals. Предлагают и коробочку отдельно взять, и набор собрать. Так, тут вроде бы все видно. Вот такие предложения. Выбери любые три за 219. Ну, можно выбирать. Выбери три за 219. Ну, в общем, несколько страниц. Можно выбирать любые средства. И эта страница тоже входит в это предложение. И можно вот такой красивый пакетик за 39 взять. Маленькие подарки. Дезодоранты, кремы для рук. Скрабики. Кремовые. И вот эти пены симпатичные, медвежата. Тут тоже и для детей, и для взрослых, и для волос, и для тела, и для души. Все радости. По разным ценам. Лаки тут 129. И последняя страница. Набор продуктов за 399 рублей и... Входят очень хорошие, кстати, продукты. Ваниль орхидея пена. Туалетная водичка входит. Райский сад. Восхитительный сад. Очень вкусный аромат у этого геля для душа. И вот крем для ног. Гель для ног с эфирным маслом мяты. Вот такой. И шампунь 250 мл. Давайте мы с вами посмотрим еще фокус сразу, а то вдруг у меня отключится камера. В фокусе предлагают вот этот аромат взять Today. И если больше двух, то 40% скидка будет. И то же самое вот с этой водичкой Viva La Vita. Если больше двух, то 40% скидка. Больше четырех, 50% скидка. Поэтому выгодно заказывать именно эти продукты. Но за полтора часа вода раскрылась цветами. То есть уже яблоко я не чувствую, а чувствую аромат цветов. Приятный, летний прям такой нежный аромат. Ну, все на любителя, потому что бывает, я говорю, нравится. У каждого по-своему раскрывается. Вот здесь все новинки. Давайте я вот так покажу. Смотрите.
так покажу. Вот здесь помада за 209, а ее настоящая цена 515. Ну, конечно, круто. Питание и цвет. Она, видно, такая будет двухцветная. И тушь 2 в 1 удлиняет и питает ресницы. 223 рубля можно будет купить на пробу. Здесь тоже интересно. Вот он, этот крем, который предлагает дневное полное обновление. 435 рублей. Вот видно. От Планеты Спа. 280 рублей набор. Турецкий хамам. Очищающая маска для лица и очищающий крем-гель для душа с глиной. 200 миллилитров. В общем, для лица и для тела. Две водички, два лосьона спрея для тела, нежная магнолия и чувственный жасмин. И гель для душа блаженства. Но блаженство уже было. Его выводили из каталога. Он был. Тут стандартная, по-моему. Здесь печатная продукция предлагается. Тут тоже стандартная страничка. Здесь предлагаются новинки следующей компании. Это женские брюки, женский джемпер, женское платье. Вот такие вот варианты. Давайте вот здесь покажу. Здесь еще про брюки. Ну и последняя страница. Предлагается любой набор за 250 рублей. Можно неограниченное количество брать таких наборов для представителей. Вот. Так что выбирайте. И последнее. Давайте с вами полистаем вот эту распродажу. Предлагается снуд, получается шапка и варежки. Вот по таким ценам. И вот на таком, наверное, расстоянии я сейчас вам все покажу. Видно. Вот эта кружка с оленем, я ее показала, когда заказ показывала по второму каталогу. Там она по такой же цене шла. Так. И последнюю страницу давайте посмотрим. Тут вот мыло. Вот эта пуховочка, которой я пользуюсь. Вот они, две водички, я вам сказала. In Bloom и Together. По 500 рублей. Цены хорошо видно. Вот такой был третий каталог. Еще раз могу показать новинку. Это румяна. Вот с такой пуховочкой. Пуховочку я купила отдельно. И давайте я вам вот так поближе покажу новенькие румяна. Как они работают, я, конечно, показала уже, но вот могу показать еще. Вот такое они дают сияние. Цвета вообще я от них не вижу. Разве что совсем-совсем, видите, слабое. А блеск, такой здоровый цвет лица и сияние, они дают хорошее. Вот такая новиночка была. По фокусу во втором каталоге. И шла она вот в такой коробочке. Все, спасибо огромное всем за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. Всем до новых встреч. И встретимся уже в следующих роликах вместе с вами. Всем пока!